Привет, ребята, подписчики моего канала. С вами я, Лексик, и мы будем делать пиар вторая часть. Не вторая часть, а второй раз начинаю снимать. Вот первый час. Вот Спутинг Тим. Но почему-то он на своем названии канала назвал Спутинг Тим. А шапку пропустил. О, она есть. Ну, сами заметите, там еще одна буква есть. Ладно. Лишняя. Вот. Он снимает по стандов, и он пиарит тот человек, как и я. Ну вот. Еще там что-то. Я не знаю, что он дальше снял. Только я знаю, он снимает пиаров и еще что. Пиаров и стандов. Да. Ну, вы с нами посмотрите, что он снимает. Подписывайтесь на его канал. Сделайте ему 700 подписчиков. Если вы сможете, пожалуйста, сделайте. И поставьте его на всех видео лайки, которые он снял. И поставьте колокольчик. И на меня тоже. Кто не подписан, кто не поставил лайк. Если ты смотришь это видео, пожалуйста, поставь лайк. Если ты не подписан, подпишись. А то я не знаю, ты подписан или нет. Фух. Но ладно, идем к следующему. И, ребята, вот следующий наш чел, второй чел, его зовут Енотик. У него 21 подписчика, пожалуйста, сделайте 25. Если вы сможете больше, сделайте 30 подписчиков на него. Пожалуйста, умоляю. Он умеет превью делать. И как редактор, он редактирует тоже умеет. Просто шапку не умеет делать, и все. Шапку его надо добавить, и все. Ну, он снимает так, где... Сколько у меня сейчас... Ой, случайно я его видео нажал. И сколько? 3 недели снимать, и 21 подписчиков. Так ты молодец. Даже у меня такие подписчики не были за 3 недели. Ну, ладно, переходим к следующему челу. И у нас... Третий чел, его зовут Профит. Перейти на канал, забыл нажать, сейчас перейти. И вот, Профит. Надо поставить колокольчик. Я раньше убрал, но, ну, убрал, потому что 4 недели не снимать, почему? Ну, пожалуйста, сделайте ему 315, ой, какие 315, я не помню, 320 подписчиков, если вы сможете. Он так-то старается на видео. Снимает по Бравлу, по стандофу и снял по ТикТоку. Ну, вот, что он делает, снимает видео. У него намного больше подписчиков, чем у меня. Если вы подписываете, поставьте все на его видео лайки. И поставьте колокольчик, чтобы сдавать новые видео. Почему он не снимает? Интересно. Ну, ладно. Переходим к следующему челу. И, ребята, следующий чел — Темный Аполлон. Да, ребята, он снимает в Майнкрафт обзоров, модов, и вот. У него в два раза больше подписчиков, чем у меня. Ровно два. И, ребята, если вы подписаны на канал, ставьте его лайки и поставьте колокольчик. У него так-то моды по Майнкрафту и обзорам настолько крутые, вообще, но сказал все, и переходим к следующему челу. И, ребята, следующий чел — Темный Аполлон. Почему-то у меня вот это стоит, я не знаю. И сейчас у меня колокольчик стоял, почему-то вот это. Ладно. Торнадо, он тоже снимать, сделайте ему 170 подписчиков. Если вы сможете больше, 175 или 180. Ну, подписывайтесь на его канал. Он снимает по Бравлу. Еще что? Там еще что он снимает? Ну, зубы он снимает. И, ну, больше ничего. Все видео. Что он снимает? А, только по Бравлу. И зубы. Ну, вот, подписывайтесь на канал. Сделайте ему 170. И на моем канале сделайте 60 подписчиков. Не хватает мне всего лишь 5 подписчиков. Если вы сделаете, то вы молодцы.
И я вам сделаю, кто ютубер, каждый подписчик и делаю пиар. Если он захочет коммент запишет, пиар хочет, я от нас точно сделаю. Ну вот, сказал уже. И торнадо, и переходим к следующему челу. Шестому челу. И, ребята, следующий чел. Ауди. Да, вот Ауди, он может быть подписан на мой канал или не подписан. Ну, Ауди 186 подписчика. Пожалуйста, сделайте ему 190. Если сможете больше, сделайте ему 200 подписчиков. Надеюсь, вы сделаете. Ну, он снимает по праву. Что такое? Ну, ладно. Сказал про него. Ну, поставьте новые видео лайки. Лайки обязательно, конечно. Ну, все лайки, конечно, на его видео, чтобы он выпускал чаще и быстрее. Но идем к следующему челу. Может быть. Ладно, идем к следующему челу. И, ребята, последний наш чел. Ну, 1, 2, 3, 4. Ну, 415 подписчиков. Сделайте ему 420 или 425 или 430, если вы сможете. Он снимает по майнам, с бомбизаном. Он ничего там не делает. Мобизе снял, пишет название ролика и все. Ну, у него так-то много подписчиков, он только снимает. Одни лишь постройки, но кажется, он пиарил старые видео, это он пиарил. Ну, вот постройки за 20 секунд, за минуту и за 10 минут. Конечно, он в телефоне снимает, и компьютера было легче, он сделал бы, но в телефоне в два раза труднее. И вот сделал. Он снимает кораблики. Так-то молодец, чел. 415 подписчиков. Это так-то немало, ребята. Ух, это очень редкие челы. Кто больше 100 или 230-400. Но там еще есть миллионы, тысячи. Ну, забудь. Ну, просто. У них там миллиарды, их часто встречать можно. И меня, у кого есть тысячи. Ну, 10 тысяч или тысячи. Ну, ладно, забудь. Просто подписывайтесь на канал. Ставьте ему лайк. Я вот там ставил лайки. И поставьте ему колокольчик, чтобы узнавать следующее видео. Он снимает каждый день. Ну, да, он каждый день снимает. Он каждый должен сегодня выпустить или нет. Ну, ладно. Я все сказал. Подписывайтесь на челов. Я не знаю, сколько там челов я запиарил. Ну ладно. Фух, вы сами увидите. Ну, название вы поймете. Но с вами был Лекси. Подписывайтесь на канал и ставьте ваши лайки. И всем до скорых встреч. Пока.